Областная лига ветеранов футбола традиционно собрала мастеров и любителей футбола 50+. В этот раз участие приняло 10 команд из Экибастуза, Павлодара, Ахсу и сел региона. В этом году мы заканчиваем летнюю лигу. Вот определились, значит, команды, которые выходят в плей-офф. Это 4 команды: Металлург Ахсу, Спартак, Кызылжар и Заря. Ну, остальные команды борются за турнирную таблицу, чтобы стоять повыше. Эта лига не имеет аналогов по Казахстану. Только у нас в Павлодарской области проводится лига ветеранов футбола, кому 50 лет и больше. Среди участников не только активные сторонники физической культуры и здорового образа жизни, но и именитые мастера. Здесь участвуют и бывшие игроки команды мастеров, звезды казахстанского футбола, можно сказать, легенды. Курганский в Екибастузе, за «Спартак» играет Ойрат Садуов, Вахид Масудов, Асуханов Рахман, да и многие другие. Так что вот это вызывает большой интерес. Вот есть такой Бисимбек Каденович Ибраев, который организатор этого турнира. Мы благодарны ему. Но хочется, конечно, и в Экибастузе, чтобы такой был манеж, и в Экибастузе играть. Не всегда выезжать в Павлодар, в Астану играть. Ну, в целом, сегодняшний футбольный праздник состоялся. Мы играем. Осталось последние туры. Лига проводится и зимой, и летом. Так что активный образ жизни помогает ветеранам поддерживать жизненный тонус круглый год.